Привет. Так, мы встретили снова наших людей. Как зовут вас? Галина. Галина. Татьяна. Татьяна. Галина, Татьяна с Риги. Да. Прибыли. Я так понимаю, русская экскурсия на Ля Гомера. Да. Ля Гомера. Сколько? Сколько стоит? Мы нашли за 45. За 45 нашли. Ага. Да. А вы? Мы нашли за 35. За 35. Но это потому, что у нас, как там, скандинавский... Переводчик хорошо работает. Скандинавский, да. У них там специальные такие туры с шерсть они продают показывают. Шерсть, если хотите, можно. Вот. Ну, то есть можно, допустим, если за 35 брать. Да. Кроме них, есть другие экскурсии, тоже есть, чтобы вы на всякий случай знали. Да. То есть вы берете экскурсию, она стоит на 20, ну, даже дешевле, чем другие, но по дороге возят смотреть шерсть. Эту шерсть, понятно, ее хотите покупаете, хотите нет, там никто не настаивает, такого нету. И где это такие они расположены? Это называется... Есть бумажки? Брошюрки лежат везде. Может, они называются скандинавские туры. Это вот которые под камушком везде? Да, вот это, да, вот, да, 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 нашли, да, стоит, да, 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 да. Вот они. Вы обратно на этом пароме едете? Ну, наверное. Да? Теперь автобус надо дать. Ну, даст Бог, еще встретимся тогда. Всего хорошего. До свидания. Привет, Риги. Пока что эти машины будут. Да, да. Так, друзья, пока выключаемся. Находимся на острове Ля Гомера. Да. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Тут у нас такое движение немного сложноватое в этом участке. Все, вперед. Так, здесь должен быть наш автобус. Сейчас надо его найти. Какой-то тоже наш должен быть. Наш... Мы еще запомнили этого гида, который сказал, ищите меня. Я говорю, надо было с ним сфотографироваться. Да, точно. Ну, если так. Ну, на русском говорит гид? Да, да. Ну, тогда найдется, тогда найдется. Тогда не потеряется. Взяли на это. Ну, чтобы хоть что-то. Здесь сами съездили в Санта-Крус, была плохая погода, и подгорели. Ага. Вот, ну съездим в Санта-Крус как раз это. И лучше брать экскурсию. Что-то мы там шастали устали. А сколько всего вы здесь будете? Мы в субботу вечером мы улетаем. А, уже в субботу вечером. Да? Уже ничего не осталось. Понял. Такое. Если что, вот это сайт anzor.tv. Когда будете вы. Да, в Риге, заходите. Да. Скоро себя тоже увидите там. Спасибо. Счастливо. Так, а где наш автобус? Отойди-ка, отойди, машина. Ни нашей девочки не видно, ни автобуса не видно. Вот это, да? А, ну, по крайней мере, скандинавский вот написано. Да-да-да, вот они, эти пассажиры наши. У нас все сарипанчики должны быть. А, вот она, сама эта девчонка. Как ее зовут? Аманда. Не помнишь? Аманда, да? Аманда. Так, все, друзья, мы подошли к нашему автобусу. Сейчас должны сесть и поехать смотреть эти... В общем, что-то должны смотреть. Смотрите обзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный Калифорния.